Как поменялась жизнь музыкантов после начала войны? Пошлая Молли. Они выстрелили на песне «Это нон-стоп». Ночью открытий этот трек взорвал интернет и набрал 20 миллионов прослушиваний. После этого их пригласили на шоу «Вечерний Ургант». Шоу набрало миллионы просмотров и дало невероятную популярность пацанам. Как раз в этот момент начал зарождаться ТикТок, и под их песни начали снимать десятки тысяч клипов. У них все складывалось как никогда лучше, и песни набирали десятки миллионов прослушиваний. Но несмотря на это, после начала войны они отказались делать концерты по России и начали давать благотворительные концерты в поддержку Украины.